Дорогие друзья, здравствуйте. Мы начинаем передачу «Путешествие с плюсом». Ее будут вести Галина Конопасевич и Светлана Соловых. Здравствуйте. И сегодня у нас в гостях генеральный директор независимого аналитического агентства нефтегазового сектора Тамара Сафонова. Здравствуйте, Тамара. Здравствуйте. Здравствуйте. Тамара. Сегодня мы будем обсуждать и разговаривать о такой замечательной древней стране, как Китай. Но разговор, я так понимаю, Тамара, у нас будет не просто глазами туриста или так обывателя, а именно глазами человека, который там имеет какие-то бизнес-отношения или следит за бизнес-отношениями других компаний. Нам расскажите немного в двух словах, что это за агентство ваше, в каких вот бизнес-проектах вы участвуете? Агентство мое занимается ценовой аналитикой, логистикой, показателями добычи, переработки, статистикой, мониторингом. Только с Китаем что связано? Или нет, с другими странами? Нет, это связано... Вообще мы позиционируем себя вот на рынке бывших стран Советского Союза, то есть Россия, страны-партнеры, те, которые занимаются непосредственно торговыми операциями по нефти, по нефтепродуктам, по газу. Вот. Ну и, соответственно, новые партнеры, которые образовались, такие как Китай, один из важнейших стратегических партнеров России. И у нас активное взаимодействие происходит и в рамках той работы, которой я сейчас занимаюсь, и в том числе нас очень много связывает моя предыдущая деятельность. Я работала в компании «Транснефть» и участвовала в заключении ряда таких стратегических соглашений, технических соглашений на долгосрочную перспективу. То есть вы там уже опытный человек, да? Ну, надеюсь. Но я как-то слышала такую фразу, что Китай партнер очень важный для нас, но очень сложный. Согласны вы с ней? И если согласны, то почему? Почему сложность? Сложный и очень интересный партнер. Вот опыт переговоров показывает следующее, что если у них есть заинтересованность в сотрудничестве, они все сделают для того, чтобы сроки были исполнены, для того, чтобы в лучшем виде сформировать те документы, которые должны быть подписаны, то утверждены. То есть четко и быстро работают, да? Да. Ну, есть, конечно, определенная специфика, нам непонятная. Но вот, например, мы сидим на переговорах, и вот происходит, допустим, послеобеденная какая-то сессия, и вот при том, что у них такая значительная численность населения, имеет место безработица, там крупнейшая компания нефтегазового сектора. И вот мы сидим там, первая линия, ну, вот такой вот большой стол, и вторая линия сидят как бы люди, которые уже просто вот... Слушатели. Нет, они это специалисты, но они могут быть востребованы, а могут быть не востребованы. И вот они сидят на второй линии на всякий случай, если вдруг возникнет вопрос, чтобы их можно было поднять, и они ответят на какие-то конкретные вопросы. И вот что меня удивило, вот после обеда вся вторая линия лежит, отдыхает. То есть они просто... Китайская вторая линия. Да, прям в зале, где происходит все это. Да. Действительно, это реально было. Меня поразило, потому что у нас вообще... Во время переговоров? Да, во время переговоров. То есть если у нас там жесткая совершенно дисциплина, у нас там все вот так вот... Все сидят по стойке смирно, да, все в полной готовности. Да. Вот это вот было, оно меня действительно реально удивило. То есть второй ряд сразу на бочок и все. А почему, интересно, а чем это, как это можно объяснить? То есть они уверены, что их уже услуги не пригодятся? У них есть какая-то определенная система, которая позволяет им даже, у них даже есть какая-то комната отдыха, вот нам рассказывали китайские наши коллеги, где они будут, там, допустим, стоит образ начальника, вот, боксерские перчатки, если тебя начальник обидел, ты можешь его побить. Но эта тема же практикуется не только в Китае, в Японии я такое слышала, тоже есть. Может быть, это просто такой психологический прием придумали для работников? Может быть, да. То есть им, на самом деле, создаются очень комфортные условия для работы, которые им позволяют там... Хорошо себя чувствовать. Да, Тамара, давайте вспомним ваш первый визит в Китай. И вообще, вот когда вы только-только оказались в этой стране, ваше первое ощущение, ваше первое впечатление. Глаза, да. Первое впечатление было просто потрясающе, фантастическое. Я не ожидала, потому что, ну, как-то так складывалась моя жизнь, что я... какой город, извините, сразу? Ну, Пекин. Пекин. Первый город был Пекин. Я не имела таких возможностей выехать на отдых в Китай. И, в общем-то, для меня это было потрясение, потому что у нас какое-то сложилось там обывательское мировоззрение, там вот какие-то рынки, да, китайские товары, дешевые китайцы, которые вот торгуют вот с этим ширпотребом. И вот это вот, ну, наверное, наложило не только на меня, а на многих людей какой-то отпечаток, который, ну, может быть,
не дал возможности представить вообще нас грандиозность той стройки, которая произошла вот за этот период, там, постсоветский период. Но это, конечно, фантастический город, очень красивый. Красивая архитектура. Это современный город с современными зданиями, потрясающей действительно архитектурой, как-то вот очень гармонично построенный. Угу. Огромные компании, корпорации правят балом. Зеленые, наверное, да, парки и так далее. Много зелени, да. Я слышала, но не помню, про какой город китайский, про Пекин или про Шанхай, что он сделан именно по всем правилам фэншуя. То есть там нету углов у зданий, там как-то заглажено, особенно высотки стеклянные. Ну, конечно, они этому придают действительно большое значение. И вот я хотела... Продолжая эту тему по поводу Шанхая, вспомнить поездку свою в Шанхай, где тоже у нас проходили переговоры. И вот получилось так, что у нас появилось какое-то свободное время между переговорами. Сидели отдельные группы экспертные, да, которые занимались каждый там своим вопросом. И тут, значит, нам китайские партнеры предлагают поехать на выставку «Экспо». У всех шок, потому что, ну, работать надо. Как можно вырваться? Ну, вот так получилось, что меня там руководитель пригласил, и мы поехали на эту выставку. Ну, я сказать, что я не пожалела, это ничего не сказать. Я попала на два зала. Один непосредственно представляющий сам Китай, развитие Китая, а второй непосредственно зал CNPC. Так вот, что касается Китая, значит, это потрясающе, наверняка сделано по принципам фэншуя, какой-то вот, ну, такой, наверное, угловой формы. Да? Угу. Но масштабное, большое. Масштабное, огромное помещение. И оно все было покрыто мониторами, вот полностью. От потолка до пола. Да, огромнейшими экранами. И вот, значит, демонстрируется фильм. Фильм о том, как развивается Китай. Одновременно на всех мониторах. Да. И вот во главе угла, значит, ставится человек. Человек, конкретная семья. И вот какое происходит развитие. Меня так поразило вот это вот то, что они могли же показать там индустриальное развитие, вот какой рывок там. Да. А вот показали семью, трубы, да, заводы вот, там и так, да, далее. А вот, вот человек, вот у него там появляется семья. Что одновременно происходит? Какие вот предприятия развиваются? То есть какое у вас движение? Все равно вечные ценности, да, люди. Вот. И вот проходит какое-то время, там взят какой-то определенный промежуток, скажем, 60 лет, и вот человек там... На примере этой семьи, да, развитие, да, Китая, да, показано, да? Да. Вот он стареет, и вот у него уже... Вот, он уже достаточно старый, этот человек, но вокруг него семья, дети, и вот эта вот индустрия потрясающая, вот эти вот города, вот это развитие. И вот, вот это он все это сделал. Как бы вот такая история, ну, которая вся производит выставка впечатление. Заключалась, Тамара, или там что-то было еще, вот кроме там мониторов очень, и вот этой вот истории? Там очень много павильонов, там каждая страна имеет свой павильон. Еще дополнительно компании, крупные компании тоже могут арендовать свои павильоны. Вот, в частности, я попала в павильон CNPC, это вот китайская национальная нефтяная корпорация. Но это было тоже потрясающе, потому что это был кинотеатр. Да, это правда. Ты угадала, как ни странно, да? Кинотеатр, значит, просто садишься, как в обычный кинотеатр, и здесь начинаются не только цветовые какие-то эффекты, но и видеоэффекты, и еще плюс движение, там дождь. То есть сначала показывается эпоха, когда только вот начинала развиваться земля, вот, когда начинались в недрах формироваться вот эти вот залежи, потом эпоха динозавров, там третичный период. Да. И вот ты сидишь, на тебя там льет дождь, ты где-то там пробираешься, где-то змея вот по тебе пролезает, проползает, и прям ощущаешь это реально. Мы вышли все мокрые, но счастливые. А какая цель у этой выставки была? Вот такие интересные у них нестандартные подходы. Показать, как Китай быстро развивается, как да, как но они... это каждый год в разных странах проводится эта выставка. Это общезнакомительная такая, да, какая-то? Ну выставка? Да, но это
да. Ознакомительная, рекламная. А когда появлялась вот минутка свободная, куда вы бежали, что хотели увидеть? У нас, честно говоря, вот за все время моих поездок свободных минут не было вообще. То есть даже вот вплоть до того, что кто-то там в Китай едешь, привези мне там того-то. Вот мы даже не смогли сходить куда-то в магазин. Ну, в ресторан хотя что... бы зашли, Тамара. Сейчас объясню. Потому что у нас все время была программа. Что касается еды, то вот утром мы позавтракали в отеле. Европейским таким завтраком, да? У них такой микс. И восточная еда, и европейская еда. И все это, конечно, такое необычное. Даже вот взять соки, там, 8 сортов соков, например, таких цветов, невообразимых каких-то там зеленые, еще что-то, маракуйя, там чего там только нет. То есть даже попробовать невозможно. Вот. Потом практически на каждом заседании, вот даже если вы посмотрите, у каждого стоят какие-то тарелки с фруктами, обязательно вода, и обязательно они приносят чай. Причем чай там заваренный, там, великолепно вкусный, наверное. Технология, да. Поэтому сказать, что мы там хотели есть, нельзя. Все время кормили, во время переговоров, да, и с утра, и в обед, и еще вот. В обеденное время там, значит, нас приглашали, значит, вот стол такой, значит, если там сажают там по 6, по 8 человек, то стол приблизительно такого размера. А если там готовят ужин там, или обед там, на 16-20 человек, то столы могут быть вообще грандиозные, очень большие. Но все круглые, да? Все круглые. Обязательно сверху вот такого уровня подставка. Вот. На нее ставятся блюда различные. Он, наверное, вращается, да? Да, все это раскручивается. И каждый может попробовать то, что предлагается. Действительно, что вам запомнилось? Лично я консерватор, в общем-то, в такой еде. Не экспериментировали. Я в основном пробовала там какие-то фрукты, там зелень. И, конечно, утка по-пекински. Это потрясающе, конечно, так как они там готовят. Там хотя бы настоящая она, да? Да. Какая специфика переговоров, ведения переговоров с китайской стороной? Есть два типа переговоров, наверное, я так бы разделила. Переговоры, которые производятся на основании уже таких концептуально принятых решений на уровне там глав правительств, на уровне руководителей компаний. И тогда уже просто поставлены сроки, и люди просто уже договариваются по каким-то деталям техническим. Доработка идет уже какая-то. И тогда просто вот специалисты начинают обсуждать со специалистами вот какие-то вопросы, которые, по которым, допустим, нормативная документация разная. Да? У них одна такая законодательная база, у нас другая законодательная база, и нам нужно вот найти точки соприкосновения, сблизить. Вот об этом мы поговорим во второй половине нашей передачи. А сейчас небольшая пауза, дорогие друзья. Оставайтесь с нами. Уважаемые телезрители, мы продолжаем передачу «Путешествия с плюсом». Ее ведут Галина Конопасевич и Светлана Соловых. Еще раз здравствуйте. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях генеральный директор независимого аналитического агентства нефтегазового сектора «Нанс Медиа» Тамара Сафонова. Здравствуйте, Тамара, еще раз. Здравствуйте еще раз. Напомню, что в первой половине мы говорили о специфике ведения переговоров, и вы начали с того, что есть уже концептуальный договор, когда сделан на высшем уровне, то там идет какая-то доработка. Есть еще второй какой-то момент. Второй момент – это когда люди приезжают там с целью дальнейшего сотрудничества и поиска каких-то взаимоприемлемых решений, поисков возможностей дальнейших инвестиций и новых проектов, где могут реализовать себя обе стороны. Вот. Это уже другая специфика переговоров. Там уже подключается такая система, при которой люди дают возможность выступить сторонам, и той, и другой стороне. И уже потом, уже непосредственно после того, как каждая сторона представила там свои доклады и свои там
представление о том, каким образом возможно взаимодействие, уже непосредственно после завершения официальной части люди подходят, заинтересованные стороны, и начинают обмениваться визитками и уже проговаривать конкретные шаги по тем проектам, которые заинтересовали. Вопрос, на каком языке? У нас есть понятие «китайская грамота», то есть нам китайский язык, ну, мягко сказать, вообще не близок, да? Хочется понять, такое же ли похожее у них отношение к русскому языку? Они очень серьезно подходят к России как к стратегическому партнеру на перспективу. Угу. И практически, наверное, 50% тех людей, с которыми мы общались, они в конечном счете разговаривали на русском языке. Другое дело, что работали переводчики, которые в любом случае должны были перевести речь, да, угу, которая по протоколу, да. Соответственно, уже потом возникали уже неофициальные переговоры, в ходе которых как раз и китайская сторона практически проявлялась с отличным знанием русского языка. То есть они легко договориться, они хитрят во время переговоров, как они вообще? Вы знаете, вот все зависит от интереса. Вот, например, там с кем-то вообще сложно договориться, да, а кто-то вот прям сразу проявляет интерес. Например, есть такая биржа, Чанчжоуская биржа, китайская. Вот. Поскольку я занимаюсь там непосредственно биржевыми индикаторами, mm-hmm. там, формированием цен на нефтяное сырье, то у них сразу проявился интерес. После того, как я выступила, они подошли и сказали, что вот им очень интересно, чтобы мы нашли какие-то позиции совместные по сближению в этих вопросах. Mm-hmm. Ну вот, собственно говоря, я решила эту ситуацию проверить и попросила их написать мне письмо там, с конкретным предложением. Ну, у меня было такое предположение, что все-таки это не сработает. Я еще не успела до Москвы доехать, уже письмо было. Быстро реагируют. Да. А были какие-то курьезные случаи с чем-нибудь связанные, с недопониманием или еще что-то? Был один курьезный случай, когда нас принимала делегация из нескольких компаний. Мы прилетели в аэропорт Пекина и должны были перемещаться в пригород, где непосредственно должно было совершаться действие по приему делегаций. И так получилось, что мой чемодан оказался потерянным. Угу. Поскольку это длинный перелет, то, соответственно, ну, мы не летели в костюме, там, в деловой одежде, которую мы могли бы сразу там, предстать там, угу. на этом вечере. Я ехала в джинсах, в общем-то, угу. там, в какой-то куртке. Ну, представила себе, то есть, чемодан, наверное, для вас был важен. Да, чемодан был важен, очень важен. Я просто представила себе, что, скорее всего, мне придется деловой ужин пропустить. Когда мы приехали регистрироваться в отель, ко мне подходит представитель китайской делегации и говорит: «Вы знаете, я должна вас сопроводить, мы должны поехать вам покупать платье». То есть они вошли в ваше положение? Да, да, вот, причем я их об этом не просила. Uh-huh. И получилось так, что где-то 2-3 часа, это был какой-то перерыв отдыха uh-huh. для всех, мы поехали в магазин. Мы приезжаем, ну а там по протоколу платье должно быть до колена. Uh-huh. Приезжаем в магазин, ну, собственно, времени было мало. Естественно, что меня в китайский магазин привезли, китайский производитель. Вот. Я, конечно, его купила, одела, но оно было коротковато, честно говоря, для меня. Вот. Собственно говоря, так получилось, что я его больше в своей жизни не одела. Но сама забота трогает, да, вот подход это такой. Да, это было очень приятно. Да. То, что касается вот этих приемов, да, вот этих вечеров, деловых и не очень, в чем отличие от наших вечеринок, да, или вот таких вот тусовок, или, может быть, даже деловых ужинов? Ну, что бросается в глаза? Вот заходишь, я не или знаю. Или они там, строго по протоколу да. проходят, достаточно сдержанно. Знаете, у них, конечно, все по протоколу, но у них, конечно, они создают очень душевную обстановку, позитивную, которая настраивает на сотрудничество. Тосты. Понятно, что там, ну, все там с деловыми визитами, там никто не пьет, там, но тем не менее, тосты нон-стоп. То есть как на Кавказе у нас, наверное. Наверное. Но не такие длинные. Так. Да. И, собственно говоря, это действительно создает такой позитив и положительный настрой. А чего желают, интересно? Желают сотрудничества, желают успехов, желают каких-то таких совершенно человеческих каких-то приятных там, моментов в жизни.
Ну, такие знаю. Достаточно стандартные. Стандартные, да. Желают посетить китайскую стену. Да? Удалось вам вообще самое главное увидеть? Удалось на картинке. Ну, то есть не получилось, что никуда вас ни на какие экскурсии не возили, ничего не показывали, только вот как-то все в рамках вот деловых встреч прошло, да? Ну, к сожалению, да, так вот проходило. То есть какие-то выставки мы посещали, которые связаны непосредственно с производством. Да. А вот посетить там храмы, не получилось. Китайскую стену, к сожалению, не получилось. Почему-то у нас всегда так планируется командировка, что вот ты отрабатываешь всю профессиональную часть, вот, и тот же день вылет. Тамара, скажите, пожалуйста, как долго длятся переговоры вот, по какому-то вопросу? Быстро вообще китайцы, они вот мы, ну, у нас такие вот ходят байки, что ли, анекдот. Что, например, прибалты, они очень медленные. Китайцы, может быть, наоборот, быстро, или они как-то по-другому? Им должна стоять прежде всего задача, да? Вот, если эта задача поставлена, значит, соответственно, какое-то время выделяется на то, чтобы решить эти вопросы. Если не получается достичь консенсуса путем переговоров, то уже начинается обмен перепиской и перенос заседания там, на какое-то следующее время. Это все в рамках одной поездки? Ну, это может быть перенесено на следующую поездку, потому что, ну, часть вопросов, они быстро не решаются, они могут поэтапно быть решены. Допустим, одна встреча проведена в Китае, следующая по протоколу обязательно в России. Как они реагируют на женщин-бизнесменов? Да, ведь все-таки говоря, у них действительно превалирует мужской пол в этом направлении. Вы знаете, они очень хорошо относятся к женщинам, и у них женщины тоже руководители, пользуются большим почетом и уважением. У них выступала вот в ходе последней поездки женщина-председатель ассоциации там, нефтехимиков. Очень такие, еще выступала женщина, которая занималась альтернативной энергетикой, альтернативные проекты продвигает. Ну, то есть... Я встречалась в Москве с женщиной, которая руководит одной из крупнейших энергетических компаний. У них как бы женщины также, в общем-то, руководители. Распространенные явления, да. Ну, как во всем современном мире. Да. А если, например, сравнивать Китай с какой-нибудь другой страной на ваш выбор, а вот специфика там и специфика здесь, вот есть какие-то вот различия? Или, в принципе, все примерно одинаково проходит? Все-таки страны разные, культура разная, ведение переговоров тоже может проходить с этим по-разному. Ну, поскольку мы работали вот с крупнейшими компаниями, которые, конечно, работают, взаимодействуют и с европейскими партнерами, с американскими, и с африканскими, то есть китайская сейчас, китайские инвестиции, они практически заполонили весь мир, то, соответственно, они уже выработали стратегию переговоров, которые позволяют там, может быть, отойти несколько той специфики, которая свойственна изначально. То есть у них своя собственная стратегия? У них стратегия максимально вот инвестировать, вот что касается, я же работаю в топливно-энергетическом комплексе, да. Максимальные инвестиции в теки, в добычу, в разработку месторождений особенно. Они вот красной нитью все время вот об этом рассказывают. Их интересуют инвестиции, поэтому для того, чтобы получить их, они, конечно, используют те методики переговоров, которые уже общеприняты, в общем-то, в мировой практике. Вот от других бизнесменов мы слышали такое, что, например, сразу в первую встречу, я и правда не знаю, это может быть касается более мелкого частного бизнеса, может быть, у вас тоже такое есть. В первую встречу не принято говорить сразу о важных ключевых вопросах. Вначале нужно сделать какое-то введение, потом пообедать, поужинать. Потом еще раз пообедать. На следующий день поднять этот вопрос, дополнить его чем-то. Есть что-то такое подобное у вас? Вот как раз последняя поездка, в которой я принимала участие, как раз она и была направлена на то, чтобы в целом укрепить позиции в части взаимодействия в инвестиционной политике, в топливно-энергетическом комплексе стран. Вот, собственно говоря, там никакой конкретики особенной не было, просто стороны находили точки соприкосновения. И вот мы приехали, например... Прощупывали друг друга. Да, нас, например, принимало крупнейшее издательство «Джимин Джиньбао». Это вот у них коммунистическая газета. Ну, действительно, так все и было. В общем-то, это такая ознакомительные такие переговоры шли, информационные, которые информативные. Такой общий характер носили, да. А потом уже в дальнейшем можно приступать. А потом приступать. Обед. Да, был обед. Так, еще я хотела задать вопрос. Вот, были ли у вас такие случаи? Вот, проверить, насколько у китайцев хорошее чувство юмора. Ну, они шутят, конечно. Они шутят, любят пошутить. Да, любят.
похоже на наше чувство юмора? Потому что у каждого народа свое чувство юмора, как в Китае. Ну, смешно было. Особенно, когда подписывали контракт, наверное. Одной стороне смешно, а вот второй как-то не очень. Вот, кстати, мне скажите, пожалуйста, по поводу подписания контрактов. Ведь действительно, вот последние годы, 2-3 года, мы наблюдаем, что все чаще китайские бизнесмены хотят инвестировать в российскую, да, там, промышленность, в российский бизнес. Насколько, ну, то есть насколько комфортно или некомфортно работать, мы уже обсудили, а насколько это все быстрый процесс или там годами затягиваются переговоры и так далее? Все зависит от ключевых решений, опять же. Вот эти вот все переговоры, они очень быстро могут завершиться позитивно, если найдены точки соприкосновения на самом верху. А какие-то проекты, которых, может быть, наоборот, там найдены договоренности, достигнуты договоренности на каком-то более низком уровне, они, может быть, не могут там продвинуться в течение там определенного периода времени, потому что они не одобрены должным китайцы образом. Китайцы любят торговаться, например. Ну, это, конечно, слово такое немножко относящееся к рынкам, но очень тем не любят, менее. Очень когда любят. За столом переговоров там тоже наверняка о цене договариваются. Очень любят, трудно да. с ними торговаться. Спасибо, Тамара, что пришли к нам в гости. Дорогие друзья, в гостях у нас была Тамара Сафонова, а передачу вели Галина Конопасевич и Светлана Соловых. До свидания. До встречи.